пропустил угол отстрела и не позволил забить Дзюбе. И сейчас не позволяет. Здорово играет на выходе, смахивает этот мяч кулаками. Прострельная передача Дзюбе. Сергей Пеняев вновь с мячом, хорошая передача в этом же Валентинов, он штрафной, прострельная передача, и дальше можно бить, Борина! Слово берет капитан Локомотива и увеличивает преимущество железнодорожников техничнейшим ударом на исполнение в левый от себя угол под самую штангу. Улыбается, у него, естественно, отлично приподнятое настроение, еще классный мяч забил, и ведет, ведет Локомотив уже 3-0, дубль, Дзюба, неплохо, неплохо, и можно дальше двигать этот мяч. Марадишвили, момент, удар поворотом, и четвертый залетает, это Антон Миранчук. Конечно же, Антон Миранчук, капитан Локомотива. Вот он, пожалуйста, девятый мяч железнодорожников после 75-й минуты, уже в компенсированное время. Этот мяч выложил в такую зону, так, чтобы как раз небольшой разбег взять Глушенкову. И с левой рабочий пробить, а вот и гол. А вот и левая рабочая, еще открыт. Максим Глушенков все-таки забивает «Зениту». Фланг впервые там оказывается, на себя внимание, естественно, отвлекает. Там же и Комано создает преимущество. И как Локомотив доигрывает этот эпизод. Максим Глушенков оказывается на острие этого быстрого выпада Локомотива. Подстроился под мяч, сбросил его налево на Митая. Глушенков, его левая нога и шикарный обводящий удар. Максим Глушенков. Локомотив снова в атаке, Глушенков, мягкий наброск 11-метровой отметки, Стаматов выбивает на ногу Дзюбе, Глушенков, Дзюба, пас на третьего, Комано, мяч в воротах, а вот этот мяч уже никак не отменить, Франсуа Комано. Угловой Локомотива, подача, Баринов, момент, и гол! А тем временем угловой, который на эти же ворота здорово исполняли Хитки в первом тайме. Такой же розыгрыш прошел сейчас у Локо. И Артем Дзюба забил свой седьмой мяч этой весной. Седьмой гол за Локомотив.